История началась не сегодня. Жители дома номер 18 поселка подсобного хозяйства Суханова живут практически без холодной воды. Так, при слабом напоре она доходит только до третьего этажа. Один вопрос нас постоянно волнует круглый год. Нет у нас в нашем доме 18 холодной воды. Вот мы 4-5 этажи живем постоянно без холодной воды. Вот мои бутылки стоят, я иду с родника. Постоянно ходим на родник. В связи с этим во время субботника, проходившего в прошлые выходные, на помощь была вызвана бригада водоканала. После проведенной проверки выяснилось, что кто-то подключается к системе водоснабжения здания. Чтобы это подтвердить документально, одна из жительниц взяла на себя обязательство ежедневно в подвале дома фиксировать показания манометра, измеряющего давление в трубах. Сегодня в 9 часов утра мы, собираясь проверить показания манометра, спустились в подвал. Но войти в подвал мы не смогли, потому что буквально сантиметров на 15 от поверхности подвал весь был заполнен фекалиями. Так, помимо перебоев с водоснабжением, добавилась новая беда. Запах канализации доходит до третьего этажа, и многим жильцам нижних квартир приходится проводить почти все время на улице, потому как находиться в помещении невозможно. Пожалуйста, пройдите в мою квартиру, почувствуйте, какой запах. Действительно, если бы камера передавала запах, тут очень неприятно пахнет. Людмила Валентиновна проживает на первом этаже этого дома. Мы спустились в подвал, чтобы увидеть масштабы бедствия своими глазами. В некоторых местах зловонная вода стояла по щиколотку. А вот именно то место, над которым находится квартира Людмилы Степановой. Это большая комната расположена. Все в воде. Все в саду. Вон, чернота одна. Привет. В таком состоянии у нас находится запасной выход из подвала. Здесь периодически стоит вода. Она вообще никуда не уходит. Никто внимания не обращает. Это антисанитария, вся эта поднимается в квартиры. Поэтому просьба огромная помочь нам в решении вопроса, чтобы мы жили как люди, а не как животные уже в этом доме. Дом был заселен в 1982 году. По словам жителей, с тех пор ни разу не был проведен капитальный ремонт. Однако не так давно их уведомили о том, что ремонт запланирован на этот год. Но как можно менять холодное и горячее водоснабжение, там, где трубы должны быть чисты, особенно холодного водоснабжения, да, если подвал полон фекалиев, и когда он будет вычищен, теперь мы не знаем. Мы созвонились с директором службы эксплуатации жилищного фонда «Видное-2», обслуживающей здание, и узнали, какие действия запланированы на ближайшее время. Завтра с утра поедем, сначала высистим по подвалу граблями, если там что-то валяется, сами знаете, после затора, что может валяться. Все соберем, сделаем санитарную обработку подвала дезинфицирующим средством. И если где-то сыро, мы положим, выбросаем туда опилки, а потом все опилки впитает, и мы все соберем и все выбросим. Как говорят, не трогай, пахнуть не будет. Но это как раз тот случай, когда избавиться от запаха поможет уборка. Телеканал «Видное ТВ» будет следить за развитием событий. Дмитрий Книга, Владимир Бежонов, Елена Кошелева, «Видное ТВ».